Привет! Сегодня мы сделаем небольшой виньяса фоу. Он будет довольно динамичным и направлен на развитие основных мышц тела. Начнем сидя, скрестив ноги перед собой. Руки на коленях. Вдох. Прогнуть грудную клетку, вытянуть ее вперед, посмотреть наверх. С выдохом скруглить спину, отклониться немного назад. Голова к подбородку. Вдох. Снова прогнуться вперед, посмотреть наверх. Раскрыть грудную клетку. С выдохом согнуть спину. Немного отклониться назад. Подбородок к груди. И еще один раз. Вдох, прогнуться, посмотреть вперед, наверх. Выдох, скруглить спину. Переходим на четвереньки, руки на ширине плеч. И отсюда переходим в собаку мордой вниз. Ноги на ширине бедер. И сделать небольшие движения, сгибая и разгибая колени. При этом стараясь тянуть пятки вниз к коврику. Итак, продолжайте разминать мышцы ног, сгибая и разгибая колени. И выпрямить оба колена и постоять паром вдохов-выдохов собаки мордой вниз. Со следующим вдохом поднять правую ногу наверх. С выдохом колено идет вперед к груди. Задержать колено в этом положении и поставить правую стопу между рук. Опустить левое колено на коврик, со вдохом руки поднять наверх. И с выдохом немного опустить бедра вниз. Со вдохом за руками потянуться наверх. И с выдохом согнуть локти. Почувствовать, как напрягаются мышцы спины. Опустить руки вниз, со вдохом руки наверх. Вдох. С выдохом локти сгибаются и руки опускаются вниз. Еще раз вдох, руки наверх. Выдох, согнуть руки в локтях, руки вниз. И еще раз руки наверх. Выдох, согнуть локти, руки вниз. Опустите руки вниз. Правая стопа шагает назад. Чатуранга. Опуститься на коврик. Со вдохом кобра, прогнуться, посмотреть вперед наверх и перейти к собаку мордой вниз. Выдох. И все то же самое в левую сторону. Вдох, левая нога наверх. Выдох, левая нога сгибается в колени и приводится ближе к телу. Задержаться и поставить левую стопу на коврик. Правое колено опускается вниз. С вдохом подняться за руками наверх. С выдохом чуть-чуть опустить бедра ближе к коврику. Вдох, за руками вытянуться наверх. Выдох, согнуть локти. Руки вниз. Вдох, за руками вытянуться наверх. Выдох, согнуть локти. Почувствовать, как напрягаются мышцы спины. Руки вниз. Вдох, руки наверх. Выдох, согнуть руки в локтях, опустить вниз. И еще один раз вдох, руки наверх, выдох, согнуть локти, руки вниз. Руки, ладони на пол, левая стопа назад, опуститься вниз на коврик, вдох, кобра, поддерживая себя руками. И с выдохом перейти в собаку мордой вниз. Пара вдохов-выдохов. И снова вдох. Правая стопа идет наверх. С выдохом колено притягивается к груди. Постараться почувствовать, как напрягаются мышцы живота. Остаться в этом положении еще на секунду. И правая стопа шагает между рук. Перевести руки с внутренней стороны от правой ноги.
И левое колено выпрямлено. И порастягивать внутреннюю поверхность ног. Если получается, можно опуститься на локти. Если сильное напряжение в ногах, то можно остаться стоя на ладонях. Можно также опускать локти на какие-либо блоки. Главное, чтобы колено правой ноги не загибалось, не направлялось вправо, а держалось вертикально. Подняться на руках вверх, правая нога назад. Теперь делаем чатурангу. Вдох, собака мордой вверх, раскрыть плечи. Выдох, собака мордой вниз. То же самое влево. Вдох, левая нога наверх. Выдох, левое колено к груди. Задержаться в этом положении. И поставить левую стопу на коврик. Перевести руки с внутренней стороны от левой ноги. И выпрямить полностью правое колено и растягивать внутренние поверхности ног. Если получается, можно поставить локти на коврик. Так растяжение будет еще более сильным. Помним, что левое колено не уходит влево, левое колено остается и голень вертикально. Перейти на ладони, затем чатуранга, вдох, посмотреть наверх, выдох, собака мордой вниз. Со вдохом шагами или прыжком перейти к рукам, вдох, прогнуться, посмотреть вперед, выдох, расслабиться вниз, вдох, за руками подняться наверх, выдох, руки вдоль тела, вдох, руки наверх, выдох, наклон вниз, вдох, прогнуться, посмотреть вперед, выдох, прыжок или шаг назад, чатурангу. Вдох, собака наверх. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, правая нога идет наверх. Выдох, колено к груди. Задержаться в этом положении. И поставить правую стопу вниз. Вдох, за руками подняться наверх. Поза воина один. Ладони можно сцепить вместе или оставить руки параллельно друг другу. Вдох, вытягиваться наверх. Выдох, опустить плечи вниз. Затем руки вытягиваются перед собой и левый локоть над правым локтем. Руки переходят в позу рва. Ноги остаются в том же положении, что и были. Можно чуть-чуть поднять локти наверх, чтобы растягивались плечи и мышцы спины. Затем завернуть левую стопу вовнутрь, поставить левую стопу полностью на коврик, перейти в позу воин 2. Тело раскрыто в сторону, руки вытянуты вперед и назад. Вдох, выдох. Сцепить руки за спиной. Раскрыть плечи. Вдох, прогнуться, посмотреть наверх. И с выдохом опуститься вниз. Руки направляются вниз. Мы как будто тянемся вниз к правой стопе. Вдох, выдох. Со вдохом подняться наверх. Руки также сцеплены в замке. Руки перевести в стороны в позу воина 2. Вдох, левая рука опускается на левое колено.
правая рука тянется влево, и с выдохом руки опускаются вниз, правая стопа назад, опуститься вниз через ногу, вдох, собака мордой вверх, выдох, собака мордой вниз. И то же самое в левую сторону, вдох, левая нога наверх, с выдохом левое колено приводится к груди. Задержаться еще на мгновение. И левая стопа шагает вперед. Вдох, за руками подняться наверх. И выдох, поза воина один. Руки или сцеплены вместе, или параллельно друг другу. Стараться следить, чтобы правое колено было прямое. Руки в стороны. И теперь правый локоть над левым локтем, руки сцепить в позе рва. Можно чуть-чуть поднимать руки наверх, чтобы растягивались плечи и мышцы спины. Затем поставить правую стопу полностью на коврик, руки перевести в позу воина 2. Левое колено согнуто под углом 90 градусов, правое колено выпрямлено. Спина прямая, плечи опущены вниз. Сцепить руки в замке за спиной. Вдох, посмотреть наверх. И с выдохом наклониться вниз. Мы как будто тянемся сейчас к левой стопе. Руки в замке продолжают тянуться в сторону пола. Почувствовать, как растягиваются плечи, нижняя часть спины. Со вдохом подняться наверх. Перевести руки в позу воина 2. Выдох. Вдох. Правая рука на правое колено. Левая рука тянется вправо над головой. С выдохом опустить руки вниз. Левая стопа назад. Чатуранга. Можно здесь сделать или кобру, или собаку мордой вверх на выдохе, на вдохе. И с выдохом переходим в собаку мордой вниз. На следующем вдохе шагом или прыжком перевести ноги к рукам. Вдох, прогнуться, посмотреть вперед. Выдох, расслабиться вниз. Со вдохом за руками подняться наверх. Выдох, руки вниз вдоль тела. Со вдохом переходим в позу стула. Уткатасана, ноги сгибаются в коленях, руки наверх. С выдохом расслабиться в наклон вниз. Вдох, прогнуться, посмотреть вперед. Выдох, прыжок или перейти шаг за шагом в чатурангу. Вдох, собака морда вверх. Выдох, собака мордой вниз. Несколько вдохов, выдохов собаки мордой вниз. Затем руками перейти назад. Руки, ноги поставить пошире и перейти в маласану. Стопы под углом 45 градусов. Руки перед собой. Локти упираются в колени. Постараться выпрямить спину и смотреть прямо перед собой. Со вдохом правая рука опускается вниз, на пол. Левая рука идет наверх, скручивание влево. Если получается, можно сцепить руки за правым коленом. При этом пятки не отрываются, они стоят на коврике. Вернуться в центр. Снова маласана, руки скрещены перед собой, локти упираются в колени. Теперь скручиваем в другую сторону. Левая рука на пол, правая идет наверх. Если получается, можно сцепить руки за левым коленом. При этом стопы также стоят на полу, пятки не отрываются. Взгляд назад.
вернуться в центр, ноги перевести чуть ближе и перейти в собаку мордой вниз. Затем, как бы раскручиваясь вперед, перейти в планку, ладони под локтями и пару вдохов-выдохов в этом положении. Затем опустить правый локоть вниз, левый локоть вниз. И еще одна вариация планки. Стараться держать тело прямым. Спина не сгибается в области поясницы. Затем правая рука обратно, она ставится на ладонь, левая рука возвращается наверх. Чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. И еще один раз то же самое. Перейти вперед в планку. Ладони под плечами. Пара вдохов-выдохов в этой планке. Затем левый локоть опускается вниз. Правый локоть опускается вниз. Планка, которая иногда называется планка дельфина. Ноги напряжены. Мышцы живота тоже напряжены. И вернуться наверх. Левая рука наверх, правая. Чатуранга, вдох, собака мордой вниз. Выдох. Это была собака мордой вверх, теперь собака мордой вниз. Восстановить дыхание. Немного растянуть спину, продавливая лопатками спину вниз. И на следующем вдохе правая нога наверх. С выдохом правое колено сгибается и приводится к телу. Задержаться в этом положении. И поставить правую стопу вниз между рук. Левая стопа остается наверх, и мы переходим в позу воина 2. Тело развернуто влево. Руки правая направлены вперед, левая назад. Со вдохом левая рука на левое колено, правая рука тянется над головой влево. Задержаться в этом положении. И со следующим выдохом распрямить правое колено. Обе ноги теперь прямые. Правая рука также тянется над головой влево. Со следующим вдохом перевести руки горизонтально. Со вдохом потянуться за правой рукой вперед. И перейти в позу треугольника, триконасана. Правая рука на правой лодыжке, левая рука смотрит наверх. Со следующим выдохом левая рука опускается вниз, делает круг и опускается на спину. Если получается, можно перевести левую ладонь на правое бедро. Если нет, можно оставить левую руку на спине. Теперь согнуть правую ногу. Если получается, правая рука идет под правым бедром. И сцепить руки за спиной. Если нет, то можно взять полотенце и, насколько получается, попытаться перейти в это положение. Взгляд наверх. Если получилось перейти в это положение, можно попытаться выпрямить правое колено. Тогда растяжение левого плеча будет еще больше. Если нет, можно просто остаться с согнутым правым коленом. Взгляд все так же направлен наверх. Не забываем про вдохи и выдохи. Выдох, согнуть правое колено, расцепить руки, перевести руки на коврик вниз. Правая нога назад. Чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. И то же самое в левую сторону. Вдох, левая нога идет наверх. Выдох, левое колено сгибается и приводится к груди. Почувствовать, как напрягаются мышцы пресса. Опустить левую стопу вниз. Правая стопа полностью переводится на коврик и перейти в позу воина 2. Левое колено согнуто, правое колено прямое. Руки параллельно полу.
Вдох, правая рука опускается на правое колено, левая рука над головой вытягивается назад. Затем выпрямить левое колено. Обе ноги теперь прямые. Потом перейти, выпрямиться наверх, руки параллельно полу. Со вдохом потянуться вперед за левой рукой. С выдохом перейти в позу треугольника. Триконасана. Левая рука на левой стопе. Правая рука вытянута наверх. С выдохом правая рука делает круг вниз. И затем переходит на спину. Так еще больше раскрывается правое плечо вниз. Если получается, правой рукой захватить левое бедро. Взгляд наверх. Затем согнуть левое колено. Левая рука проходит под левым бедром. И захватить руки в замок, если получается. Если нет, оставить руки лежать там, где они есть, и просто притягивать ближе друг к другу. Или взять полотенце. Захватить руки в замок, взгляд направлен наверх. Если получилось прийти в это положение, можно попытаться разогнуть левое колено. Согнуть левое колено. Расцепить руки. Руки переходят вниз. Стопа назад. Чатуранга. Выдох. Вдох. Собака мордой вверх. Или кобра. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. Выдох. Обратите внимание, что сейчас уже пятки могут приблизиться ближе к коврику, чем это было в начале тренировки. И со следующим вдохом шаг за шагом или подпрыгнуть и перейти в положение сидя. Ноги перед собой. И отсюда переходим в положение лежа на спину. И сделаем пару мостов. Спина лежит на полу. Ноги согнуты в коленях. Привести стопы рядом с бедрами. Со вдохом поднять бедра наверх. Можно захватить руки в замок и стараться держать колени на ширине бедер, не разводить их слишком сильно. Бедра здесь очень напряжены, и именно они поднимают тело наверх. Вдохи, выдохи, не забываем про глубокое дыхание. С выдохом расцепить руки, если они были сцеплены, и опустить позвонок за позвонком, тело вниз. Привести стопы вместе, колени в стороны друг от друга и опустить колени вниз. Поза бабочки ногами сейчас получается. Положить колени либо на бедра, либо на живот, или немного расслабиться в этом положении. Сделаем позу моста еще раз, колени сгибаются, стопы рядом с бедрами. Со вдохом, позвонок за позвонком, бедра поднимаются, спину наверх. Можно также сцепить замок руками, или, если получается, затянуться руками, захватить стопы с внешней стороны. Если это легко, то можно захватить стопы с внутренней стороны. При этом не забываем, что колени должны оставаться на ширине бедер и разводить их слишком вверх, слишком в сторону. Расцепить руки и позвонок за позвонком вернуться вниз. Снова также стопы вместе. Колени разведены в стороны. Ноги ослаблены и растягиваются внутренние мышцы ног. Руки либо на бедрах, либо на животе. Либо на коврике. Расслабить мышцы ног, мышцы живота. Затем привести колени к груди, захватить руками колени. И поперекатываться из стороны в сторону. Небольшой массаж спины. И сделаем небольшие перекаты назад и вниз, подняться наверх.
Вдох. И с выдохом скругленной спиной назад и обратно наверх. Назад и наверх. И еще один раз назад. И обратно наверх. Вытянуть ноги перед собой. Будем делать наклон к ногам. Вдох, руки наверх. С выдохом захватить либо лодыжки, либо голени, либо пальцы ног. Ноги при этом выпрямлены. И стараться выпрямить спину, насколько получается. Если при этом с выпрямленной спиной получается дотянуться только до коленей, остаться в этом положении, если можете идти дальше, захватиться в том положении, в котором спина остается прямой. И будем тянуться с прямой спиной, насколько это получается к ногам. На каждом выдохе чуть-чуть себя притягивать ближе к ногам. Выдох – это вытяжение спины, делая ее еще более прямой. И с выдохом чуть-чуть наклониться ближе к ногам. И отпустить руки, расслабить, поворачивать плечами, расслабить мышцы спины. И перейти снова в положение лежа. Сделаем небольшое скручивание. Правая нога вокруг левой ноги. И перевести колени, согнутые влево. Захватить правой ногой, левой рукой правое колено. Правая рука вытянута в сторону скрыла вдоль правой руки. Почувствовать, как расслабляется позвоночник. Вернуться в центр. И скручивание в другую сторону. Теперь левая нога над правой и опустить согнутые колени вправо. Правая рука захватывает левое колено, левая рука вытянута в сторону. И попытаться притягивать левое плечо к коврику. Почувствовать расслабление крестца, расслабление позвоночника. И вернуть ноги обратно в центр. Еще немного прижать колени к груди, расслабить позвоночник и перейти в последнюю позу сегодня, шавасану. Ноги вытянуты в небольшом расстоянии друг от друга, руки ладонями вверх, лежат на небольшом расстоянии от тела. Закрыть глаза и полностью расслабить все мышцы тела. От кончиков пальцев, голеням, коленям, бедрам, от пальчиков рук к локтям, плечам, до ребер, шеи, головы. Все мышцы расслаблены. Ровное, спокойное дыхание. Следующим более глубоким вдохом пошевелить пальцами рук, пальцами ног. Вытянуть руки за головой, растянуть тело от пяток до пальцев рук. И повернуться на правую сторону. И отталкиваясь правой рукой, подняться наверх. Ноги скрещены перед собой. Намасте. Спасибо. На этом все. Увидимся в следующий раз.